Да, сегодня прекрасный солнечный день. Наконец-то он наступил. Сейчас мы поедем. Долгожданный заезд на нашем Гранд Чероки. Первый тест-драйв. Сейчас поедем за бампером. Потому что в BMW бампер не влазит, силовой наш. Сейчас мы поедем его заберем. Поставим. Ну и сразу прокатимся, посмотрим, как работает в движении. Вот мы в этом месте чудесном. Опять. Суровые уже устали от съемок, просили больше их пока не снимать. Так что пока выключаем. Где наш джип? Джип в боксе, наверное. Все, я еду. Я еду. Блин, как она прекрасно работает. Просто нет слов. Давно я на ней не ездил. Сколько это прошло у нас? Общее время ремонта составило. А с нового года, грубо говоря, начался. Сегодня 27, наверное, марта. Ну, в принципе, быстро. Если учесть, что большую часть времени она просто стояла, ждала то запчасти, то опять запчасти, то еще что-то. Блин. Да. Сейчас проедем бездорожье. Интересно. Так, АБС работает. АБС работает. Так бодренько подхватывает, если учесть, что колеса копия Сильвера Наварка Инса Турбо, очень тяжелая, диаметр 33 у нее, то в принципе как для таких размеров подхват отличный, конечно, снизу. Закончился. В принципе, получилось то, что я хотел. Едет бодро, легко и непринужденно. Единственное, осталось сейчас съезжу, куплю еще датчик давления масла. Потому что, как вы видели, тот умер, и тот, что нам дали, не подошел. Да, соскучился я за машиной, конечно. Ощущения очень приятные. Не на BMW. BMW по-своему хороша, но здесь как-то все совсем по-другому. Крутящий весь сразу, практически снизу хорошо подхватывает. Колеса перекачаны, поэтому так жестко все скачет. Напомню, еду, заберу бампер, там где разбирали машину. Бампер у них не влез, он в машину с разобранным мотором вместе. Сейчас заберу бампер, поставим бампер, и в принципе можно обкатывать будет потихоньку. Залить бензина, как писали мне, советовали подписчики, что лучше пока на бензине поездить. Зальем бак бензина, поедем. Шины гудят конкретно, слышно. Ковра у нас нету сейчас. Ковра нету сейчас, не знаю, видно, не видно. У нас ковер снятый, вот. Сиденье наше спортивное, Рекара написано на нем.
ковра нету, пока катаемся так. Пока купать ее, наверное, не будем в ближайшее время. Какое-то время поездим аккуратно по городу, по легкому бездорожью. Да, вот сейчас она едет так, как она должна ехать. Там на светофоре все отстали. Но это я нажимаю вообще, то есть буквально там слегка касаюсь газа, то есть никакого не наступаю. Класс. Так, ну бампер мы загрузили. Бампер как раз на всю длину разложенного этого. Сейчас мы его отвезем, прикрутим, подключим лебедку. Кнопочка лебедки у нас тут рядом. Короче, такое. Из недостатков где-то блок ксенона один не можем найти. Из потерянного. При том, что пластмасска на бампере отломана. То есть не на бампере, на телевизоре. Ну, в принципе, это на фоне всего это мелочь. Так, конечно, работа двигателя, конечно, просто бомба. Ну, дороги это типа полотали называются. Я думаю, на камере слышно. Тут, правда, не очень звук передает эта камера. Ну, в принципе, такое. Так что ставим бампер, и тогда уже тест-драйв полноценный. Потому что фары не подключены, повороты не подключены. Это я так, я тут по месту выехал забрать бампер. Макс, я в другую сторону снимаю, чтобы тебя видно не было. Вот тут же нормальное видео, а не вот тут дебилоиды. Так, все, ставим бампер. Короче, машина почти готова. А решетка останется, нет? Весит хорошо, где-то килограмм 60, наверное, вместе с лебедкой. Больше? Больше.